Четырехлетний ребенок из Бельс нуждается в вашей помощи. Маленькой Таисии Кресу необходимо срочное и дорогостоящее лечение, лучевая терапия. В конце июля девочке удалили злокачественную опухоль головного мозга. Сейчас существует риск рецидива. Опухоль у малышки была обнаружена еще 2 года назад, однако тогда речь шла о глиостоме, доброкачественном образовании, поэтому по настоянию медиков ее не оперировали. Месяц назад девочка стала жаловаться на сильные головные боли. После проведенного обследование выяснилось, что новообразование увеличилось в 2 раза. В Московском институте нейрохирургии имени академика Бурденко Таисии удалили глиобистому левого зрительного бугра. Оказалось, что это злокачественная опухоль. Она очень агрессивно себя вела. У ребенка начала слабеть правая рука и уже отдавала на правую ножку. Плохо спала. То есть, когда они были в Бурденко, они и днем, и ночью у ребенка было такое, как она дремала, она не спала, она дремала. И постоянно просила маму, чтобы она ее гладила по спине, потому что это ее немножко успокаивало. Сейчас Таисия вместе с мамой находится в Москве, дома у родственников. Они ждут госпитализации. Стоимость лечения и пребывания в Московском центре лучевой терапии имени Дмитрия Рогачева составляет 810 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Им удалось собрать лишь половину необходимой суммы. Там посмотрели наши данные, как бы оценили полностью всю, ну, всю картину. Вот взяли, сделали схему лечения. И дали бланк на 810 тысяч рублей. Пока этих денег у нас нету. У нас есть половина. И вот, и обращаемся ко всем людям, которые неравнодушны для сбора средств. Игорь Крецу, отец Таисии, рассказал, что на сбор средств осталось очень мало времени, меньше недели. Сейчас она себя чувствует хорошо после операции, но у нас очень мало времени. Нужно действовать очень быстро. Вот, у нас неделя на то, чтобы уже лечь в больницу и начинать процедуры. Желающие могут оказать помощь Таисии, отправив деньги в леях на этот банковский счет. С отцом девочки можно связаться по телефону 0791 02 094.